Это классная штука, знаете, приехать и очутиться в дереве, дерево, все сделано из дерева. Ну круто, 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 красиво, круто. И где я нахожусь? Естественно, озеро Банное. Давайте определимся еще кое о чем, немножко, уже с этой стороны. Это, чтобы вы поняли, сколько здесь места хватает реально. Так и вот, ориентировочная цена примерно 5000 рублей, примерно, плюс-минус. Я знаю отличные места в Турции, реально крутые места. Так комната такого уровня стоит там немного больше. А давайте все-таки определимся о чем? О том, что лето-то у нас неплохое и весьма красивое, да. А вы выезжаете из города Магнитогорска и никуда ехать-то и не надо, да, спокойненько. Есть тут магазинчики, берете все, что хотите, а если еще больше интерес, то вы можете тут совершенно недалеко, прям недалеко, вот вышли спокойненько, 150 метров, и уже вы собираете что? Вы собираете ягодки. Клубника, вообще вкусная, земляника, то же самое. А если еще хорошо, еще и получится у нас тут же также примерно 150, 200, 300 метров, и уже леса начинаются. А леса нам что дают? А леса нам дают что? Грибочки красивенькие. А далеко ли нам на пляже? Да то же самое, 150-300 метров, недалеко. И это находится прямо рядышком с городом. То есть те люди, у которых реальные проблемы с долгами, я имею в виду кредиты, которых уже не выпускают, вы что думаете, мы не про вас рассчитываем, что ли? Мы про вас рассчитываем, спокойненько приезжайте на Банное и отдыхайте. О, красивейшее. Да. Вот сюда берете и к ножке пристегиваете. А сюда аккуратненько встаете, и вам дается весло. И вы на этом сабборде можете где плавать? Ну, где вы можете плавать? По замечательному озеру Банное. Чем мне озеро Банное всегда нравилось? Сейчас вспомню, это был год 1995. Ой, каких мы здесь раков наловили. И знаете, ничего не поменялось. Даже невзирая на то, что все сделано немножко по-другому, качество осталось. Качество жизни прямо рядышком с городом Магнитогорском. 40 километров всего лишь. А есть еще большое-большое желание, если вы хотите на второй этаж приподняться. Вау, тут еще покруче. Покруче, побольше, естественно. Но мне задают вопрос, а я задам вам ответ. Я довольно часто был в Турции. Ну, примерно
примерно раз, наверное, 6 это были рекламники. И я посмотрел много-много красивых мест. Так вот, такого уровня места есть в Турции, но они явно не 5000 рублей стоят за денечек-то. А там вы за примерно 10 дней выложите за такие апартаменты сумму, ну, примерно 250 тысяч рублей. Что в 5 раз дороже, чем здесь. Это невзирая на то, что как бы, ну, это я еще не говорю про экстра-топ. Там экстра-топ, там вообще прикольно. А здесь все нормально. Все нужно для вас. А какая тут кухня здоровая? У меня есть дома кухня, но вот она примерно из той же оперы, хотя здесь все сделано вообще красиво. Я бы, конечно, дал бы и сказал бы огромное спасибо тому человеку, кто... О, смотрите, это посвящено. Клево, да? Да-да-да-да. Ну, молодец. Все сделано вообще круто. Везде ламинат. Это супер вагонка. Приходите. Даже, в принципе, можно кондиционер здесь не включать. На улице, мы сейчас будем говорить, примерно здесь уже, ну, 30 градусов. А сюда я зашел, здесь температура, ну, примерно 22 градуса. Что не возникает даже проблем с использованием чего-то, чтобы меня охладить. Я теплолюбивое животное. Люблю тепло.